Jaya Radha Madhava Unjabihari. Kunjabihari, Jaya Gopi Janavalaba, Girivaradhari, Yashodhanandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Valabha Girivaradhari Yashodhanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Punjabihari Gopi Jana Valabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Valabha Girivaradhari Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Иначе Баладева Субхадра Кидя, Гора Нитай, Хари Бог, Хари Кришна.
Шримад Бхагаватам, 57 глава, 4, текст 40. Надати кавачи, надати кавачит утханто, виладжо нрияти квачит, квачит абхаванти юктас, танмайо нучара караха. Надати громко восклицает, обращаясь к Господу. О Кришна! О Кришна! Квачит иногда. Уканхах. Томящихся. Вилабхаджаджах. Не чувствующий стеснения. Нрияти. Танцует. Квачит. Иногда. Квачит. Иногда. Тадбхавана. Мыслящие Кришне. Юктах. Поглощенный. Татмаях. Вообразивший себя Кришной. Анучакара. Анучакара. Подражал. Ха. Поистине. Текст, да, сейчас я... Надати квачит укантхо, виладжан рияти квачит, квачит абдхаванти юктас, тактас, танмайо нучакараха. Может, кто-то повторит. Надати квачит утканхо, виладжан рияти квачит, квачит адбхавана наютас, танмая нучакараха. Надати квачит утканхо, иногда, увидев перед собой... Матаджи, да, пожалуйста, простите. Надати квачит уканхо, виладжан рияти квачит, квачит ватаруна юта, танмая нучакараха. Еще есть желающие? Перевод «Его божественная милость Ачья Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупады». Иногда, увидев перед собой Верховного Господа, Махарадж Прахлада приходил в необычайное волнение. Иногда волнение, и начинал громко взывать к нему. Порой ликуя, он без всякого стеснения танцевал, а порой, всецело поглощенным мыслями о Кришне, отождествлял себя с ним и подражал его играм. Комментарий его божественной милости Ачья Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада. Иногда Махарадж Прахлада, чувствуя, что Господь очень далеко от него, громко взывал к нему. А когда он видел Господа перед собой, его охватывало ликование. Бывало, что, отождествляя себя с Господом, он подражал божественным играм Господа, а иногда в разлуке с ним проявлял признаки безумия. Имперсоналистам никогда не понять этих переживаний преданного. Человек должен стремиться все глубже и глубже понять духовную реальность. Первое достижение на этом пути – познать безличный Брахман. Но надо не останавливаться на этом, стараться постичь Параматму и в конце концов верховную личность Бога, которой поклоняются преданные. Преданные испытывают Господа духовные чувства, находясь с ним в отношениях, известных как Шанта, Дасья, Сакья, Вацаля или Мадхурья. Чувства Махараджи Прахлада, описанные в этих стихах, характерны для Вацалии, любовного отношения ребенка к своим родителям.
Маленький ребенок, когда рядом нет матери, начинает плакать. И Махарадж Прахлада тоже плакал на дате, когда ему казалось, что Господь далеко от него. А иногда преданный, подобный Прахладе, видит Господа спешащим к нему издалека и слышит, как он успокаивает его, говоря, словно мать ребенку, «Не плачь, дорогой мой, я иду». Тогда никто и ничего, никого и ничего не стесняясь, преданный начинает танцевать, думая, «Вот мой Господь, Он идет сюда». Охваченный экстатическими переживаниями, преданный порой подражает играм Господа, подобным тому, как пастушки подражали повадкам лесных зверей. Однако это не значит, что он становится Господом. Махарадж Прахлада испытывал столь возвышенные эмоции, потому что обладал глубоким пониманием духовных истин. Конец комментария. Ом аджана тимирандасья джананджана шалакая чакшурум милитам ена тасмай ши гурве намаха ши чайтанья манобиштам ставидам ена бутале своям рупам кадамаям дадати свам падантикам Вандеам Ши Гуру Ши Юта Пада Камалам Ши Гурум Вайшнавам Ща Ши Рупам Саграджатам Сага Гаура Рагунатхам Витам Сатават Саваджевам Савадвайтам Савадхутам Нариджанам Сахитам Шри Кришна Чайтанья Девам Ши Радха Кришна Падам Сага Гана Лалита Ши Вишакам Ща Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhyevacha, Patitanam, Panavibhyo, Vaishnavibhyo, Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pashtachadishtarine Hare Krishna, дорогие преданные, мы очень рады всех видеть. По милости преданных попросили прочитать Шримад Бхагаватам, поделиться своими реализациями. Может, как-то, если по его милости благословить, удастся прославить Господа и его преданных Прахлады Махараджа. Сейчас мы читаем седьмую песню, четвертую главу. Хираньякашипу держит страхи всю вселенную. В этой главе, вот в этих стихах, которые сейчас мы читаем, это около 6 стихов, описываются трансцендентные эмоции Прахлады Махараджа, которые он испытывает в связи с Господом, так как он был, и он является великим преданным, один из 12 махаджан, поэтому он описывается Шримад Бхагаватам, занимает очень достойную целую песню, о нем описывается главы, посвященные ему. Трансцендентные его эмоции поистине заставляют некоторых, в частности меня, в ступор. Смотришь, насколько полны, насколько они являются мощным проявлением его преданности, и они как раз тут описаны. Забыл свои подсказки. Тут описывается, что Прахлада Махарадж испытывал очень волнение и громко взывал Господу, когда его видел. Интересно, преданные тоже испытывают волнение. Кто может поднять руку, кто испытывает вот переживание, волнение, приходя вот в храм, стоясь перед Господом, чувствуя вот волнение? Ача, эти все вот, да. Вот это уровень джай поклоны. Ну вот это преданный вот
Шрила Прабхупада в комментариях Вадилили Господу описывает, что преданные очень желают испытывать такие чувства, которые испытывает Прахлада Махарадж. Он описывает Адилила, четвертая глава, 81 стих. Он там описывает в комментариях, описывает, что именно преданные желают испытывать такие чувства, и эти чувства, которые тут описаны, являются критерием того, что человек правильно повторяет святые имена. То есть, если он не испытывает, и у него слезы на глазах не проявляются, он не испытывает экстаз и восторг, соответственно, он неправильно повторяет святые имена, он невнимательно это делает. Поэтому каждый преданный должен стараться, это как критерий является того, к чему мы должны стремиться. Ликовать, испытывать волнение при повторении, потому что когда мы повторяем святые имена Господа, мы это общаемся с Господом, мы пристаем перед Ним, мы Ему показываем свой ум, своим настроением, мы с Ним общаемся в этот момент. И это очень критерий такой важный. Бывало, что тут описывается, что он в результате вот этих переживаний, он начинал подражать Верховному Господу. Описывается, что многие преданные, в том числе, подражают Господу. В Кришне Верховная Личность Бога Шрила Прабхупада описывает, как гопи во время разлуки с Господом, когда они его потеряли во время танца раса, они также подражали Господу. Некоторые гопи воображали, что они Кришна, ложились, например, и проявляли, вспоминали лилах о Господа. Кто-то представлял, что он на тележке, а другая гопи подходила и начинала его толкать ее ногами, говорит, вот ты вот демон, вакасура, и убивал. Другая превращалась в бакасуру, и она, другая гопи хватала ее, валила на землю, и я рассказал, вот так мы с тобой расправимся. Другая гопи восклицала, о, она видела, начинала в ее мерещиться пожар. Другая вскрикивала, о, я Кришна, я сейчас вас защищу, закройте все свои глаза, сейчас все будет, все хорошо. То есть преданные, они воображают, они играют в эти лилы. Но Шрила Прабхупада, он нас просит об этом быть очень осторожными. В трансцендентном дневнике за 4 июня 1976 года, когда он пребывал в Лос-Анджелесе, один из преданных, подошел к нему и попросил, говорит, начал жаловаться на других преданных, говорит, что в храме у нас есть две группы преданных, которые собираются и обсуждают читание Чаритамриту. Недавно вышедшую вашу песни, но они это делают в таком настроении, что желая перенять настроение гопи в служении Кришне. При этом они порицают старших преданных, руководство храма, о том, что они не понимают, как правильно служить в возвышенном настроении гопи. И это вызывало бурные противоречия в храме. И с этим настроением Шрила Прабхупада сказал, что это сахаджия. Это то, благодаря чему преданные очень, если так по таким образом поступать, очень быстро деградируют. Он в связи с этим приводит такой пример, подобно мальчику в этом ответе, он рассказывает преданным, говорит, что подобно маленькому мальчику, который еще не понимает половые отношения между возвышенным, не возвышенным, а с взрослыми людьми, и пытаться понять эти настроения, эти чувства. Это подобно вот неосознанным преданным, молодым неофитам, пытаться понять столь возвышенные отношения между возвышенные отношения между преданными Господа, между Господом и Его преданными, вот подобно как Махарадж Прахлада. Потому что если мы начнем имитировать такие же чувства, как он испытывал, то это может превратиться в сахаджию. Но есть в истории также само читание Чаритамрини описывается, когда преданные, имитируя вот эти необычные чувства, на Шримад-Бхагаватам
По-моему, если не ошибаюсь, это было в спутнике Господа Чайтанья, обсуждали Шримад Бхагаватам, и один из пришедших туда увидел, что столь возвышенное собрание преданных, и в обсуждении Шримад Бхагаватам они испытывают очень волнение, и слезы в них из глаз текутся. И чтобы не показаться невеждой, так как он не испытывает никаких чувств, он в свои глаза подсыпал перец. И слезы у него искусственно потекли. То есть он хотел притвориться, что он столь же возвышен, как и все собравшиеся, которые испытывают великие, ну, такие чувства к Господу, да, чувства разлуки к ним, в результате которых возникают эти чувства. Но преданные, увидев, один из ведущих преданных, он увидел, как поступил этот преданный со своими глазами. Он подошел, его обнял, говорит: правильно ты сделал, так и надо наказывать свои глаза, их посыпая перцем, потому что они не хотят плакать о Кришне. Заставляй их плакать. И он его обобнял с этим чувством, и этот преданный, у него потекли слезы настоящие. Настоящие чувства, настоящий экстаз в нем проступил, разлука с Господом. Он понял, насколько он невежествен, и что это очень возвышенный уровень. Шрила Прабхупада вот говорит, что чтобы испытывать столь возвышенные эмоции, нужно обладать глубоким пониманием духовных истин. Что такое глубокое понимание духовных истин? Это осознание себя, кто я на самом деле, какие мои отношения к Господом. Гопи, несмотря на то, что они становились Кришной и играли его игры, в следующем тексте, в книге «Верховная личность Бога», не тексте, а в следующей главе, первая до этого глава была 30-я, он говорил о Кришне, гопи потеряли Кришну, то в следующей главе песни гопи, они прославляют Кришну, они его показывают, какое он истинное положение занимает, что он повелитель всей вселенной, что они на самом деле его служанки. И их основная задача – это служить Господу. Господь, он повелевает и солнцем, и землей, он и луной, он повелевает всем. Это подробно описывается в Бхагавадгите, в главе «Верховная личность великолепия Абсолюта», кто такой Кришна. И без понимания этого величия самого Господа очень тяжело очиститься и со временем начать испытывать возвыситься и приобрести истинную преданность Господу, такой, как обладал Махарадж Прахлада. Шрила Прабхупада в этом комментариях также уделяет особое внимание, говорит, имперсоналистам, что они также не способны понять возвышенные те чувства, которые испытывают преданные. Потому что они преданные, они персоналисты, они вообще отрицают проявление каких-то чувств, считают, что это иллюзия, что мы есть абсолютная истина, я есть сам, и все вокруг, все является верховный Брахман, и поэтому проявление таких чувств, это не подобает преданным, таким, как они. В связи с этим вот вспомнилась история, рассказывал Чайтанья Чандрачаран про поезд, как преданный ехал в поезде, и с ним повстречались имперсоналист, то есть вайшнав. В поезде работал кондиционер, наверное, это индийский поезд был, где было хоть на улице жарко, но внутри очень холодно, и он замерзал в поезде под кондиционером, ночью заснуть не мог, и он начал во сне дрожать, стучать зубами. А у преданного вайшнава было два плед был и был чадар. Он у него попросил, говорит: дай чадар укрыться. Но перед этим у них завязался спор, и они интенсивно обсуждали Сиддханту Бхагаватам. Тот говорил, что все есть Брахман, все это не иллюзия, все, что нас окружает. А преданный говорил: нет, мы должны практиковать бхакти, нужно стараться служить Господу. И на этой почве у них возник конфликт. После конфликта он просит его, имперсоналист говорит: дай одеяло. Он говорит: ты же со злости, вайшнав, не со злости, а пытаясь научить, имперсоналист говорит: я тебе не дам, говорит. Ты же это иллюзия все, что ты испытываешь холод, не обращай на это внимания, спи и продолжай дальше. И, говорит, со временем пройдет, говорит. Но тот так большал, говорит, стучал, говорит, просил так настойчиво это одеяло. Он говорит: признай, что,
что имперсонализм – это неправильно, что это ошибочная теория. Он говорит, да, да, я признаю, да, одеяло. Он укутался в чадар и заснул. Но наутро, проснувшись, он выбросил одеяло и сказал, мне оно не нужно. Это все иллюзия, это все временно. Я пока временно нуждаюсь, но со временем я очищусь. На последней харинаме, которую по милости Мукунда Гаурангу удалось мне прийти, мне также повстречался один из имперсоналистов. Он говорит, я Господь. Да и вот, говорит, написано, что в священных писаниях он говорит, описывает, что Господь выглядит по образу и подобию, как человек. Вот смотри, я же человек, значит, я Господь. Ты говоришь, ну если ты Господь, попробуй, вот как Шрила Прабхупада нас учил, попробуй проявить какие-то могущества. Я говорю, вот стань маленьким, стань мне на ладошке. Он говорит, а я не хочу. Я говорю, ну какой же ты Господь? Говорит, а вот когда захочу, говорит, я стану. Говорит, а пока не хочу. И как? Негодяй. Бхактисиддханта Сарасвати учил нас, как с такими негодяями надо повторять. Он говорит, надо их тапочком. Вот как преданный говорит, мерзни. Вот тогда ты осознаешь, через страдания ты осознаешь, что ты кто есть, является Верховный Господь. Шрила Прабхупада как раз говорит, что уровень постижения брахмана, в комментариях, он говорит, что это не надо на этом уровне, это один из уровней постижения, понимания своих духовных истин, осознание, что Господь это и весь брахман, все, что вся энергия, которая нас окружает, это и есть проявление Господа. Но нужно быстро переходить для осознания аспекта параматмы, всепроникающие, что Господь пребывает в сердце каждого живого существа и нас направляет скитание всех живых существ, Он вдохновляет и рассказывает каждому, как быстро прийти к Нему. И последний аспект – это постижение Верховной Личности Бога. И в эти постижения Верховной Личности Бога существует пять рас. Это Шанта-раса, это Дасья, Сакья, Вацалья, Мадхура. Шрила Прабхупада относится из Вацалья расы. Я был до этого невнимателен, но мне казалось, что Вацалья раса до этого проявляется только в качестве того, что преданные проявляют материнскую или отцовскую заботу о Кришне, что это прежде всего проявление джай, джаганат баладева субхадра, джай нитай гаурачандра, что преданные это проявляют именно вот как бы заботу, это отцовскую, что в основном в духовном мире только старшие преданные, которые старше по возрасту, а Господу имеют чувство вацали. Но тут сказано, Прахлада Махарадж также относится к этой группе, и он к этой категории, и он относится к Господу как к сын. Это очень перекликается с тем настроением, которое говорят христиане, что Бог наш Отец, а мы Его дети. Это также уровень вацали расы в какой-то степени. И любопытно, что пример вот этого, как ребенок относится к... Шрила Прабхупада приводит пример, как маленький ребенок без матери начинает бояться, прятаться или плакать в отсутствии его, потому что одна единственная его надежда – это на мать. Он без нее он не способен, он чувствует себя беззащитно. Так вот и преданные без Верховной Личности Бога, они испытывают страх, боязнь. Единственное, только Верховный Господь может дать утешение и успокоить преданных. Что преданные, они, еще мне вот один из примеров вспомнилось, о том, что преданные, когда проявляют свои чувства к Господу, они, это проявляется спонтанно. Танец, который описывает, что он, Махарадж Прахлада, без всякого стеснения танцевал, а порой всецело, поглощенными мыслями, продолжал его играм. Один из примеров, Чайтани Чаритамриты, точнее, я его помню, к сожалению, не вспомню, где это указано, это говорил Махарадж Чайтани Чандра Чаран Прабху, описывал пример, что Джагананда Прабху, вечный спутник Господа, его трансцендентным качеством было то, что он не умел танцевать.
Но в порыве чувств, которые его переполняли, слушая святые имена, он не мог себя сдержать. И он впускался в пляс. Это удивительный процесс, мы это можем здесь почувствовать, придя на Харинаму, на улицах, если мы воспеваем святые имена, чувства, которые преданные испытывают, они также без всякого стеснения впускаются в пляс. Так вот и Джаган... Имя выскочило уже. Так же... Это очень хорошее без стеснения проявление чувств. И вот трансцендентные качества... Имя уже выскочило из головы. Джананды. Он не умел танцевать. Да, и преданный говорит, да лучше ты не танцевал так, как ты танцуешь. Потому что твои хаотические движения, они просто вводят в ступор. А когда он даже, говорит, запевал, то он не попадал в такт, он не мог петь. То есть он не мог, но при этом его переполняли столь возвышенные чувства и эмоции, что все этим любовались. То есть что главное, это не качество, не то, как мы танцуем, в такт или не в такт. А это все-таки спонтанное, и этим он очень удовлетворял Господа. Господь ему говорил, продолжай, потому что это без всякого стеснения он танцевал, а порой танцевал с мыслями о Господе. Потому что желание преданного – это только лишь удовлетворить Кришну. Кришна очень был доволен. Еще вот тут в связи с танцами, еще вспоминается один из примеров, как как преданные, нет, это песни, не буду забегать на следующий текст, 41-й там описывается уже про слезы Господа, тут у нас больше о танцах. Интересно, тут я когда просматривал эти стихи последние, что в самом 37-м стихе описывается, что Шрила Прабхупада описывается, как Прохлад Махарадж сначала ел, что потом как он пел, потом как он танцует, а потом как он плачет. Все как у непреданных, когда они собираются, и мне пришла, простите, такая аналогия, что они тоже сначала собираются, сначала едят, потом танцуют, значит, потом поют, потом танцуют, а под конец, если все удачно произошло, они плачут. То есть все подражают преданным, все подражают Шримад Бхагаватам. Простите, преданные, забыл подсказки, мысли теряются. Может, кто-то что-то еще, какие-то дополнения будут в связи с Шримад Бхагаватам, этими главы или вопросы? Вопрос, от спонтанности. Как отличить подражание от настоящей спонтанности? А зачем нам это определять? Мы должны это определить это для себя в первую очередь. Если это проявляется внешне, кто-то преданный всегда думает, видит, что он... Как вот в связи с примером, который Чайтанья Чаритамрити описывает, что если он увидел, что он плачет, что это попытки преданного проявлять чувство Господу, это его стремление. А в своем сердце это мы легко можем определить о мотивах. Это определяет мотив, почему мы это делаем. То ли это мы делаем для того, чтобы быть как все, или казаться более возвышенным, то ли это мы проявляем эти чувства в связи с отношением с Господом. Если эти чувства вызваны именно твоей преданностью, желанием удовлетворить Господа, это истинные чувства. А если это вызвано нечто материальным, внешним, тогда это притворство. И этих чувств тогда нужно избегать. А еще вот такой вопрос. Вы говорили о вассале расе и представлении как отношение сына к отцу. Господь как Отец, чем это, почему у нас такого нету? Так что мы даже не, ну, вот я тоже в этом стихе сейчас только обратил внимание, что оказывается тоже в Ацале. Почему мы так не думаем? Шрила Прабхупада нас оберегает от такого настроения, что прежде всего, когда мы
как ребенок вот всегда думает о том, что родители должны о нем позаботиться, и тут пропадает основное понимание преданного, что я есть слуга, и я должен заботиться о Господе. В противоположном направлении мы думаем, что Господь должен нам заботиться. И это преданного спускает на большую низшую уровень. Он думает, что я наслаждающийся, обо мне должны заботиться. И в связи с этим всячески пытается эта тема, просто рассказывается, не удается в подробностях, чтобы преданные не культивировали это настроение. В этом есть опасность определенная. Да. Ну что, говорится, что бхакти начинается с дасярасы, и когда мы утверждаемся в дасярасе, ну, когда преданное служение становится интенсивным, тогда по милости Господа открывается наша истинная раса. И там уже нет опасности, что преданный пойдет, потому что это его истинная раса. Это не придуманная раса, это не надуманная, это, ну, то есть ему открывается родительская, либо супружеская, и он никогда не сможет пасть, потому что это его естество. Вот. Ну, вот это хотел добавить. Хари Кришна. Хари Кришна. Вопрос Мукунда Гауранги Прабху. Если бхакти начинается с дасярасы, то что тогда было у Прахлады Махараджа, который был в Шантарасе? Мы же только что говорили, что Прахлада Махараджа, он был, не был в Шантарасе. Он был, Шрила Прабхупада описывает, что он был в Ацали расе. В Ацарава, да, вот. Еще раз. Преданный испытывает Господу духовные чувства, находясь с ним в отношениях, известных как Шанта, Даси, Сакья, Вацали и Мадхурия. Чувства Махараджи Прахлады описаны в этом стихе, характерны для Вацали, любовных отношений ребенка к своим родителям. То есть Прахлада Махарадж – это Вацали раса. Ну, вацали раса включает все себя низшие расы. Это одни, кстати, тезисов, которые вот обращали к Шрила Прабхупаде вот в беседе, которую я упоминал в трансцендентном дневнике. Преданные подходили к Шрила Прабхупаде и говорили, что Шрила Прабхупада, самое возвышенное чувство, вы же пишете в Чайтанье Чаритамрите, на это обращает и Господь Чайтанья, это Мадхурия раса, это возвышенное чувство, отношение Гопи и Вриндавана, Гопи и Кришны. Все остальные более низшие, описываемые расы, они более низшие, и в них чего-то не хватает. И каждый предыдущий, и каждый последующий как раз она дополняет предыдущую. И самое возвышенное – это Мадхурия. И в связи с этим как раз Шрила Прабхупада всячески отругивал, ругал их, говорил, что говорит, мне так же само предлагали, когда я был еще во Вриндаване, бабаджи подходили и говорили, что зачем же ты, говорит, едешь на запад, зачем же ты хочешь проповедовать, оставайся тут и во Вриндаване, и практикуй свой баджан, практикуй настроение, вот это служение Кришне. Но тем не менее Шрила Прабхупада, он отправился на восток, на запад и дал нам сознание Кришны. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что в том месте, где как раз начинается сахаджея, в связи с этим сразу же прекращается проповедь. Потому что она, это несовместимые вещи. Поэтому так. Может, у кого еще какие-то дополнения? У Прахлады Махараджа было вацали раса, то как все равно не укладывается, как бхакти начинается уже с даси, а в шанте что? Ну, так говорит Прабхупада с даси раса. Ишида Кумар, по-моему, не помните, мы недавно читали, по-моему, что с даси раса начинается бхакти. Где мы читали? Или там я не с вами читал? Да. Любовь – это значит отдавать. Я отдаю, это значит проявление любви я отдаю. Если я только хочу получать, то какая-то любовь. Ну принимаю я любовь. Ну, насколько я знаю, эти расы – это… Эти расы – это виды взаимоотношений с Господом на духовном уже уровне. И без бхакти вы не подниметесь даже до шанта расы. Да, говорится, что не,
не уровня любви, мы вчера обсуждали, Сиддхартха Прабху, что там в духовном мире нет уровня любви, возвышенный, низкий уровень любви, это неприемлемое слово уровня к любви. Есть разновидности любви. Шанта это может быть, да, может быть, да. То как он может быть без бхакти? Ну, есть же чистая бхакти, а есть еще, а есть примеси. Ну, шанта это одна из пяти рас, которые уже относятся к чистой бхакти. К чистой бхакти. Конечно. Ну, я не специалист бхакти, потому что я могу сказать. Я не специалист, поэтому мы читали книги про Прабхупады, ну, по поводу того, что в какой он расе был, по-моему, это что-то Прия Прабху говорил, поправьте, если я ошибаюсь, он говорил, что это могло быть в разные эпохи происходить, и он мог находиться в разном настроении, в разных лилах. Но в данном случае мы же видим ярко, какая да, раса. Как Шанта может быть без бар? Я вспомнил, где я читал. Я точно не помню, но, по-моему, есть такое понятие стаи бава, то есть это то, та раса, то настроение, в котором преданный находится постоянно, это его как бы основная раса. Но это не означает, что он не может проявлять какие-то другие, иногда проявлять какие-то другие расы. И скорее всего, что здесь, ну это мое предположение, что здесь описывается просто какие-то всплески эмоций, прохлада, когда он проявлял цали. Мы же на прошлый рик, прошлый Шримад Бхагаватам по 39 стиху, Набхи Прабху как раз рассказывал о том, что в прошлой жизни Шри Прохлад Махарадж, он уже был преданным. И у Нарада Муни, описывая его историю, проявление, что он практиковал уже бхакти. То есть Нарада Муни к нему обращался, что это уже пришел возвышенный преданный. Поэтому, может быть, он уже в предыдущих жизнях и развил именно настроение этой шанты, дати, а уже в этой жизни пришел как более отца. Пришел специалист в расе, он может рассказать. Отношений с Богом, любви. Как не может быть любви, если это уже, как говорит Мукунда Гауранга Прабху, разновидность любви. Шанта-раса – это одна из разновидностей любви. Я, может, неправильно сказал уровень. Ну как там не может быть бхакти? Шрила Прабхупада говорит в Нектаре наставлений в 8 стихе, что преданное служение, оно может быть в шанта, в дасе. Он упоминает шанта-расу как то настроение, в котором может быть преданное служение. В Нектаре наставлений в 8 стихе. Мы же развиваем. Но только что было еще одно утверждение, которое говорит, что бхакти есть в шантарасе. Правильно я вас понял? Према шантараса. Према даже? Ну нет, према-то премой, но было сделано утверждение, что в шантарасе нет бхакти. Бхакти нет, начинается нет. С даси расы. Если так разобраться, бхакти всегда существует. Да. Ну, но она может не проявлена или проявлена, и мы же ее развиваем.
Ну, какой смысл тогда? Ну, у вас есть бхакти? Чисто любовь к Богу есть, или, говорится, она спит. Она пробуждается степени. Благодаря общению с чистым вайшнавами, слушанию чистого имени. Да, в какой-то степени вот, она есть. Об этом же и речь. Преданный, да. Что когда она пробуждается, то она проявляет вот такие эмоции, преданные испытывают, когда он в дасе расе, или в шанта расе, или в такой-то расе. В данном случае прохлада вот такая, вот сейчас вот такой, такие отношения с Кришной. Он да. испытывает вот эти эмоции. Здесь вот. На ващах очень хорошо общается. Ага, поделитесь. Поделитесь, да? Дать вам микрофон. Жаль. Не дотянется. На самом деле, неважно, в каком обозначении мы будем купаться, наслаждаться, наша цель – это удовлетворить хари, тоша нам. Наша как бы, удача – это просто принести удовольствие. А в какое-то, каким-то обозначением будет, это уже нас не интересует. Я думаю, это и Кришну не интересует, как это называется. Его интересует эмоция, эмоциональное состояние. С каким чувством вы это делаете? Это бхакти. В Шантарасе есть восхищение природой, ну, тем, как устроен, как Кришна проявляется. Есть эмоция тоже. Да. То есть вы смотрите на цветы, на преданных. Даже на преданных вы же на всех можете смотреть и восхищаться. Это тоже шанта. Просто во всех этих расах есть все, ну как бы по мере возрастания, как сказал Прабху, есть больше присутствия остальных предыдущих, да? В последней есть все. А в более стартовых там чего-то может недостаточно быть, но это тоже бхакти, тоже восхищение, тоже какое-то, как у христиан есть благодать Божья, да? Они в Айшварии испытывают это, ну по-нашему. Это Айшвария, Бхава там. Но это тоже любовь. Харе Кришна. А вопрос будет? Вопрос. Сначала вопрос. Есть вопрос? Но если говорить о бхакти, о чистом бхакти, то Рупа Госвами дает определение анибила шатасюням. Это желание удовлетворить чувства Кришны, да, без примесей. И если мы говорим, с чего же начинается тогда бхакти? С шанты или с даси? То есть дас – это слуга. Слуга, он хочет порадовать своего хозяина. Если это настроение есть в шанте, если человек, пребывающий, вот, что такое шанта, раса? Да, раса нейтральных взаимоотношений на русском языке. А? Все-таки да, нейтральных взаимоотношений. И если он там, в этих нейтральных отношениях, у него есть желание удовлетворить Господа, то значит он уже служит, значит там есть даси. Но если там нету желания удовлетворить, то это шанта, вот эта нейтральность взаимоотношений, это как больше к имперсонализму уже будет склонно, наверное. Шрила Прабхупада в «Трансцендентном дневнике» в той же беседе описывает, которую я еще раз упоминал, он описывает, что мы не должны обращаться к столь возвышенным пониманиям отношений преданных, мы их не поймем до тех пор, пока в нашем сердце будут проявлены материальные желания. Только лишь полностью от них избавившись, мы можем прийти к правильному пониманию, что такое истинная любовь, что материальные желания и любовь в бхакти несовместимы. Поэтому делать, размышлять, вот, по крайней мере, мне простите, что я столь возвышенной темы не квалифицирован обсуждать и рассказывать о расах, что во мне в сердце, я подозреваю, очень много материальных желаний, которыми по Вашей милости, надеюсь, по милости преданных, они их очистят. Здесь еще там в стихе говорится о том, что прохлада, он подражает, да, играм Господа.
Вот, и есть еще один ответ на этот вопрос. Но для того, чтобы его обсуждать, нужно теоретически хотя бы отказаться от материальных желаний. Если мы сейчас откажемся от материальных желаний теоретически, то можно было попробовать обсудить этот вопрос. Чтобы давайте его, все откажемся чтобы от материальных желаний. Харе Кришна! Харе Кришна! 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 Харе! Харе! Харе Рама! Харе Рама! 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 Харе! Харе! Мукунда Гауранга доверил мне вот роль комментатора этого явления, что значит, когда мы подражаем, или кто-то подражает Кришне, ну, соответственно, на уровне соответствующем, то мы когда с ним недавно обсуждали этот момент, и было сделано такое заявление, что когда преданный достигает совершенства, это означает, что он становится совершенным инструментом, через который проявляется Кришна. То есть, проявляясь, ну, как через инструмент проявляется музыкант. Инструмент, он не является причиной мелодии или того, что он производит. Он воспроизводит мелодию, которая вкладывается музыкантом. И поэтому чистый преданный – это идеальный инструмент, через который проявляется вот эта высшая чистота Кришны. Ну, то есть, на самом деле, в этот момент это Кришна действует. Ну, как, допустим, когда Арджуна сражается на поле Курукшетри, через него проявляется талант Кришны, воинское искусство Кришны. То есть это, он становится инструментом. Ну, так же, как и Шрила Прабхупада. Он просил об этом Кришну. Если ты меня привел сюда, то сделай меня, если ты заставил меня, ну, или хочешь, чтобы я танцевал, то заставь меня так танцевать, как ты этого хочешь. То есть преданный, он от себя ничего уже не вещает. Допустим, когда вы даете лекцию, вы просите благословений, чтобы через вас говорила вся парампара. То есть вы становитесь инструментом. И, ну, таким образом вы освобождаетесь от самодеятельности. То есть преданный – это тот, через кого проявляется Кришна. Кришна проявляется идеально через такой инструмент. И то, что Прохлад начинает подражать Богу – это так, фигурально выражаясь, он начинает подражать. На самом деле он в самадхи находится. И в этом состоянии Кришна проявляется. Харе Кришна. Харе Кришна. Есть, ну, подтверждение тому. Шрила Прабхупада хотел, чтобы в спектаклях, ну, вайшнавские спектакли ставили только преданные. Корми, чтобы не ставили. И это, ну, признак того, что... Ну, все мы слышали, когда играют спектакли, где Кришна, Баларама там, или Господь Чайтанья, то мы слышали, что сам Господь приходит и играет сейчас эту роль. Слышал кто-то об этом? Однозначно. Это... Да, есть история, я не помню откуда, это мне преданный рассказал пару дней назад. Он говорит, что на роль Кришны Баларамы выбрали двух мальчиков, и они должны были играть спектакли. Но в это время эти мальчики, ну, как знаете, наелись халавы и уснули вашими. Они спали вашими. А Кришна Баларама пришли и играли роли, все такие восхитились, все плакали, реально. Было так удивительно, они говорят, Кришна проявился. А потом они стали искать их, не могут найти. Пришли ваши, они сонные выходят, знаю. Говорю, как вы так это успели уснуть уже и заспаться? Говорит, а мы никуда не ходили. И тогда те поняли, что сам Господь проявился. И тут суть в том, что через преданных вот Господь, Он с радостью хочет проявиться. Харе Кришна. Мне вспомнилась одна, простите, смешная история, а как раз о том, как один из вайшнавов, может быть, таких подобных, как мне, рассказывал Шримад Бхагаватам, и был очень восхищен тем, как приходила одна матушка, и всегда на его Шримад Бхагаватам плакала. Она проникалась таким чувством, и чувствовал, что вот он был так ей вдохновлен, что его это побуждало все сильнее и сильнее, глубже как-то проявлять какие-то, вспоминать истории, как-то вдохновлять. И он к ней подошел и говорит, скажите, а что же вы плачете? Бабушка говорит, матушка говорит, понимаешь, у меня была коза. И она мне
тебе, ти її напоминаєш, у тебе така ж бородка, і так же ти в такт її трясеш. І каже, ну вона померла, і я коли на тебе дивлюся, я її споминаю, мені дуже-дуже жалко, і тому я плачу. Так от, що преданные могут пытаться рассказывать Шримад-Бхагаватам, а слушатели сентиментальны, они совсем думают о другом. Поэтому главный критерий, правильно, это чистая преданность именно вайшнав, желание удовлетворить Господа. Эта история не про вас. Потому что вы, ну, и не похожи на вас, потому что вы на самом деле побуждаете преданных говорить о чистой любви, о расах. Преданный даже работу бросил, прибежал с другого конца города, чтобы можно было задать вопросы. Видите, заставляете прибежать. Я не знаю, Шримад-Бхагаватам и Шрила Прабхупада организовал это движение храм, поэтому спасибо большое. Спасибо большое. Грантарад Шримад-Бхагаватам ки! Шрила Прабхупада ки! Гаура Примананде. Алибаба.